и принято решение с тем, чтобы те граждане, которые получают вот эти вот эту поддержку, они проживали в области тоже не менее 10 лет. Эта корректировка позволит снизить расходы на выплаты из областного бюджета на пару миллионов рублей. По мнению руководства Департамента соцзащиты, некоторые семьи юбиляры из других областей специально перебираются на постоянное место жительства в наш регион, чтобы получить праздничную выплату. Изменения в законе позволят держать этот процесс под контролем. Всего за период до 2019 года включительно на эти выплаты планируется потратить более 100 миллионов рублей. Изменения внесены и в закон о почетных жителях региона. Отныне облбюджет будет спонсировать захоронение после смерти на сумму не более 50 тысяч рублей. Кроме того, сегодня законодатели приняли к сведению отчет об исполнении бюджета за 2016 год, слушания по которому состоялись на этой неделе. Напомню, впервые за многие годы он был признан профицитным. Доходы превысили расходы на 1,5 миллиарда рублей.